Хор из Китая накануне встретился с организаторами всемирных хоровых игр. Это не обычный коллектив, это хор слабовидящих детей. Его история год назад началась всего с 10 ребят, сегодня это уже целый большой дружный коллектив. И, кстати, серебряный призер Сочинской певческой олимпиады. Лозунг хоровых игр – совместное пение объединяет нации. И мы на играх предоставляем возможность выступать всем вне зависимости от уровня подготовки и физических возможностей. Спасибо городу Сочи за теплый прием. Дети, многие из которых практически совсем не слышат или не видят, чувствовали себя здесь наравне с остальными участниками. Город Сочи так понравился участникам игр из Китая, что они пообещали вернуться сюда уже в качестве туристов. Добавлю, что Китай на всемирные хоровые игры привез два хора, состоящих из детей с ограниченными возможностями. Всего же на певческой олимпиаде Поднебесную представляют более 100 коллективов.